большой привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! Мы сейчас находимся в Венеции. Мы приехали сюда сегодня, заселились в номер. И сейчас у нас в планах покататься на гондоле и поесть какой-нибудь традиционной итальянской еды. Мне очень нравится их стиль. Мне нравится, что капитан, назовем его так, в такой тельняшке, традиционной полосатой футболке. Очень колоритно смотрится. Мы не знаем, сколько стоит проезд, вряд ли можно платить картой, а с наличкой у нас беда, поэтому я предлагаю сначала найти банкомат. Надеюсь, что в Венеции они есть. Ну да, так что пойдемте прогуляемся, поищем банкомат. В Венеции вот такие узкие улочки, и по ним очень интересно гулять. Пока мы ищем банкомат, давайте покажу, какие здесь цены на еду. Не космос, сразу говорю, в принципе, по-моему, как и везде. Пицца Маргарита 6 евро. Потом пицца с прошутто 9. Вот такой вот сет пицца, паста плюс напиток 10 евро. Ну вот можете посмотреть, остановить видео и поближе посмотреть. Вот стейк есть за 13 евро. Я пока что прям в восторге от Венеции. Мы сейчас шли до номера, и мы шли так долго, потому что я останавливалась практически у каждого магазинчика и разглядывала, что там продается. Очень много всякой всячины необычной, за которую прям цепляется глаз. Мне очень понравился вот этот отдел. Здесь старые фотографии Венеции на вот таких открытках напечатаны. Посмотрите, простая, обычная жизнь города. Как живут люди. И все это такое черно-белое, все такое стильное, красивое. И моя любовь — это вот эта открытка. Собака с печальными глазами. Посмотрите. Дань венецианскому карнавалу. Вот такие магазинчики, которые специализируются на продаже масок. Различные. От недорогих до прям шикарных. Вот такая вот небольшая, 4 евро стоит. Можно повесить куда-нибудь, будет очень красиво. 22 евро, 15. Мне очень нравятся вот эти черные маски со шляпами. Ну, красиво. Давайте зайдем быстренько, посмотрим, что здесь продается. Какая-то нереальная красота. Все так светится, блестит. Мне самому почему-то захотелось купить такую маску. Я тоже хочу такую купить. Я не знаю, довезем ли мы ее, но вот наши друзья купили, довезли. Смотрится очень красиво. Сразу обращаешь внимание. Я думаю, если такую повесить дома, все сразу будут говорить: ой, какая маска у вас. Посмотри, вот это какая красивая. Они все красивые. Вот красные красивые. Красиво. Наш отель находится буквально за углом, и здесь хочу показать то, что много различных магазинчиков. Есть даже супермаркет. Смотрите, хороший выбор. Банкомата, я думаю, здесь нет, но было бы классно, если бы он здесь был. Здесь очень много мест, где можно посидеть. Можно прямо вот так свесить ноги, ну не в воду, конечно же, а на весу удержать. И что-нибудь есть, например, мороженое, джелато. Здесь вот остановка, гондола-сервис. Очень удобно погружаться. Давайте узнаем, сколько стоит. В общем, ребята, цены на лодке кусачие. Я была уверена. Я прям вот думала, что стоит ну максимум 20 долларов. 80 долларов за полчаса. 80 евро. Да, 80 евро. Еще больнее. 80 евро, и вы катаетесь 30 минут по Венеции. Да, конечно, это не дешево, но если хотите, то почему нет? На этой площади стоит храм Санта Мария Формоза, и напротив него есть аптека. Мне нужно купить пластырь, потому что тапок натер ногу. Вот такая бытовая проблема. Но почему нет? Аптеки в Венеции тоже есть. Сейчас узнаем, сколько стоит пластырь. Кстати, презервативы в Италии 8 евро и 10 евро. Нашли пластыри. Вот такой 2,85, 3,40, 5,40. Цены, ну, приличные. Итальянские. Сколько стоит итальянская обувь в Венеции? Ну, сейчас скидки, и можно купить за 54 евро босоножки. И за 50, и за 83, а раньше цены были выше. Вот то, что стоило 129, сейчас 90. Ну, не могу сказать, что это прям даром,
но это, мне кажется, дешевле, чем у нас, за кожаные итальянские босоножки. Как выглядит итальянский кот? Такой красивый, черный, невозмутимый, с большим пузиком. Мы пришли на площадь, здесь очень красивый собор. Посмотрите, время у нас сейчас практически 7 вечера, без 5. Людей немного, я думала, что в Венеции будет больше людей. Сейчас пик сезона, но нет, здесь спокойно, достаточно тихо. Что касается вот вони от воды, есть ли вонь? Нет, я ее ожидала, я была к ней готова. Уже прищепку взяла для носа. Но ничем не пахнет. Иногда проходишь и пахнет каким-то мылом. Вот порошками какими-то. Что касается вони, нет. У меня нос чувствительный, но он ничего не зафиксировал. Мы нашли в Венеции банкомат. Здесь есть меню на русском. Очень удобно пользоваться. Классно, что есть русский. Пока снимем 100 евро. Смотрите, комиссия у нас получается 3,95. Смотрите, какое уютное кафе мы нашли. Есть столики на улице. И здесь очень много всяких вкусняшек. Смотрите, какие всякие трубочки с кремом, печенье, рулеты. Давайте еще зайдем внутрь, быстренько покажем. Круассанчики. Ну вот за трубочку с кремом 3 евро. Она достаточно большая. Вчера во Флоренции мы познакомились с ребятами, с местными. И они нам в Венеции порекомендовали вот именно это заведение. Астерия Ортега называется. Они сказали, зайдите сюда. И нам каким-то чудом повезло. Мы зашли, и освободился один столик. Мы сразу за него сели. Вон там люди стоят, на улице люди стоят. И сейчас весь выбирает нам какие-то блюда. Взяла вегетарианскую лазанью, салат и брусчетта. Ну, это бутербродики там с мясом. Не знаю, взяла еще апероль. Здесь всего лишь 3 евро. Классно. Вот это я понимаю цены. А еда как, дорогая? Я не знаю, там нет цен. Оплачивать картой можно только при заказе от 20 евро. Это место нам посоветовал итальянец, с которым мы познакомились вечером во Флоренции. Он сказал, Паула, привет, если смотришь это видео. Он сказал, что здесь прям будет колорит, и вкусно, и недорого. Говорит, обязательно зайдите. Так что, Паула, идем за тебя. Спасибо за классную рекомендацию. Хороший. Да, хороший. Не разбавленные. Ну, такой, помнишь, тот раз в Флоренции пили? Да. Был такой слишком легкий. Тебе заказала салат с осьминогами. Ага. И брусчетту с сыром и рыбой. У меня салат с сыром фета и какой-то странный бутерброд с беконом. Угу. Ну, я спросила, что самое лучшее, она сказала. Ну, смотри, выглядит все достаточно так изысканно. Да. Вроде похоже на бар, а еда такая красивая. Давайте попробуем, как здесь готовят. Сначала салат. Идеальный. Вот такой салат я хочу уже 3 дня. Я устала от пиццы и пасты. Я хочу овощей. Я хочу салат. Здесь, знаете, маринованный. Как будто вот вы сделали салат с огурцами и помидорами. Посолили, поперчили, и он долго уже постоял, и вот помидора такая пропитанная, но не как размазня. Очень вкусно, привычно и вкусно. А у меня кальмар тоже вкусно, уже попробовал, так что еда здесь отличная. Давай попробую. Пробуй. Соскучились по морепродуктам? Да, есть такое вот реально в Италии пицца, паста, а хочется просто какой-то обычной еды, которую ты привык уже. Обычная еда, морепродукты. Ну да. Осьминогов просто, хочется обычно. Наших. Ну это осьминогов. Привыкли, в Таиланде есть морепродукты уже. Здесь кайфуем сейчас. Очень вкусно. Морепродукты такие свежие, не сильно солено, но идеально. Это кальмара, я его называю осьминог. Еще давайте попробуем. Ой, супер бутерброд. Что это такое зелененькое? Я не знаю. Похоже на оливковую пасту. Сверху бекон. Ну что, Талия, держись. Вот это волшебно. Бутерброд из идеально свежего мягкого хлеба. Даже корочка мягкая. Вот эта вот оливковая паста. Сверху кусочек свининки. И все это в меру соленое, в меру перченое, пропитанное какое-то оливковым маслом. Очень вкусно. 3 евро, по-моему, стоит. Это настолько крутое место, что даже гиды приводят сюда группы. Заказывают им прям много апероль, много закусок.
и на улице даже очередь, и они едят, пьют на улице, потому что в зале мест не хватает. Нам прям повезло, мы не бронировали стол чудом, перед нами освободилась эта бочка. Конечно, тут не очень надо сидеть, там столики поудобнее, но все равно фартануло. А вот девушка сейчас, которая стоит за Светой, это вот как раз американский гид, она пришла с какой-то туристкой. Сказали апероль. Целая группа на улице. А, еще и группа людей на улице стоят. Смотрите, все пьют апероль. Это прям местная достопримечательность. Сейчас я буду пробовать еще одно традиционное блюдо. Это сыр с острым перцем в панировке. Ну что, сразу все в рот засунуть? Ну, попробуй. А если будет остро? Остро? Ну, не острее, чем в Таиланде. Но весь язык горит. Перчик такой, знаете, как будто на мангале, мягкий. И вот этот сыр, очень вкусное сочетание. Если будете в этом месте, попробуйте. Я думаю, в Европе не делают острые блюда. Все горит во рту. Следующее блюдо – это мясной шарик. Мясные шарики тоже рекомендуют попробовать в Италии. Давайте его распотрошим. Он из мясного фарша с какой-то зеленью. Похоже по виду на наши котлетки. Ой, так остро, хочется запить прям. И готова наша вегетарианская лазанья. В ней нет мяса, в ней овощи и пармезан. Кстати, мясной шарик очень вкусный. Привычное блюдо. Похоже на наши котлеты, только есть какая-то приправка другая. Прям идеальные, такие набитые, много в них мяса, нет никакого сала, пленок. Просто мясо и похоже на какую-то приправу, типа укропа, что ли. Вкусно. Я очень рада, что мы нашли это место, что нам про него рассказали, потому что в Италии далеко не везде вкусно. Во многих туристических местах высокие цены, но ну, не прикольно. Мы вот пробовали однажды, нам не понравилось. И трудно было пройти мимо официантов, которые зазывали в туристические рестораны с красивым видом, на дома, на балконы. И так и хотелось там где-то сесть, но мы целенаправленно шли, шли, нет, 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 говорили. И не зря. Все блюда, которые попробовали, очень вкусные. Цены низкие по итальянским меркам. И сейчас я хочу попробовать лазанью вегетарианскую. Соскучилась по овощам, как вы уже знаете. Я люблю баклажаны. Смотрите, как растянулся сыр. Они вообще забыли про нее, а я все жду. Они здесь работают, пьют вино, такие, знаете. На позитиве, и это радует. На расслабоне прям. Пахнет сыром. Очень сочно, много сыра. И легко. Томатный соус, сверху еще сыром посыпали. Не сильно солено, все в меру, очень гармонично переплетаются ингредиенты. Она легче получается, чем мясная. И здесь нет прослоек теста. Кто бережет свою талию, обратите внимание, здесь вместо теста баклажаны, также соус и сыр. Волшебное. Я сейчас попробовал лазанью. Я, если честно, думаю, ну, вегетарианская лазанья из овощей, наверное, будет не очень. Но я сейчас ее ем, она просто тает во рту. Очень вкусно, я просто в шоке от этой лазаньи. Так что я рекомендую взять вегетарианскую именно лазанью, потому что она очень вкусная и легкая при этом. Съели всю еду, и все вышло на 23 евро. Вот так, кстати, выглядит заведение со стороны. А название мы оставим в описании, приходите сюда обязательно. 23 евро, но я считаю, это нормальная цена для того, чтобы хорошо поесть в Италии, потому что цены здесь, как вы знаете, достаточно кусачие. Вообще непримечательная вывеска, да? И в Италии много таких бриллиантов скрытых. Ты можешь мимо пройти, не заметить даже вывеску. Поэтому нужно знать, куда ты идешь. Здесь есть интересный магазин, называется Капитан Кэнди. Капитан Конфетка. И здесь огромный выбор конфет и всяких мармеладок. Хочу показать, что здесь есть. Ириски, мармелад в сахаре, мармелад в форме, это печенье, макарон, мармелад в форме китов. Просто смотрите, колечки, кружочки, квадратики.
орехи в шоколаде, много всякого красивого мармелада, вот в виде клубники. Можно на подарок кому-нибудь привезти, очень красиво. А вот здесь тоже интересный отдел. Здесь продается шоколад. И смотрите, как украшена витрина. Запах на всю улицу. Пахнет кофе. Да, внутри пахнет кофе. Вот такая вот коробочка конфет, 6 евро. Здесь можно попробовать конфетки с лимончелло. Они алкогольные. Вау! Белый шоколад, смешанный с цедрой лимона, сахар. Thank you, bye-bye! Как вкусно, друзья, такое вкусно никогда не ел. Можем взять домой, они реально вкусные. Это просто, я не знаю, сказка. И вкус алкоголя, бронзина, лимончелло в шоколаде. А вот это как вкусно. Ты просто попробуй вот это. А я это взяла? Вот это еще вкуснее. А это еще вкуснее. Ой, а с фундуком, я горбил на фундук. You tried this one before? О, Cappuccino, hazelnut, chocolate, lemon with cream inside. А давай возьмем, вот мне очень понравилась конфетка, что ты пробовала. Очень вкусно. This is candies, limoncello and mellow liqueurs with alcohol. Yeah. All inside the muffin bite because they have liquid. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Ну как вам описать? Вы представляете, шоколадная конфета вкусная с фундуком. Только в формате печенья. Я думаю, просто, да? Ну, обычное заведение, где продают шоколад. Нет. Это вот что-то такое, что я не пробовал еще. Что можно привезти родным на подарок. Все удивятся. Это супер местечко называется Нино. 5576. Цифра на доме. Будете здесь, ребятки, зайдите. У вас будет взрыв мозга. Спасибо скажете. Попробуйте все, что они дают. С виду думаешь, обычная карамелька. Я таких в детстве полтонны съела. Но когда ты надкусываешь, вот это все взрывается во рту, ты думаешь, а что, так можно было? Здесь продаются фигурки из стекла. Во многих городах они продаются, и мне всегда они очень нравятся. Люблю рассматривать те, что самые мелкие. Особенно мне здесь понравились черепахи, чепарахи. Совы, чепарахи и лошади. Вот такие по 3 евро. Здесь продаются аутентичные украшения. Очень красиво декорирована витрина. Вы посмотрите, невозможно пройти мимо, как в музее, так и хочется остановиться, посмотреть. Как будто украшения наших предков, которые найдены при раскопках каких-то. Ну, классно. Посмотрите, как красиво. Сейчас у нас без 15:09, все рестораны битком. Очень много лодочек, люди катаются, уже не очень жарко. Так свежо, хорошо. Мы вот тоже думаем прокатиться, но пока не определились, на чем мы хотим. Здесь есть вот такие туристические гондолы, а есть паромы. Ну вот, с той стороны, слева, они здесь как автобусы, у них есть остановки, можно купить такой проездной. Местные подходят, карточку подносят и ездят на них, как на общественном транспорте. Смотрите, здесь продается лимончелло, стоит всего 5,99 евро. За 6 евро 700 миллилитров, очень хорошая цена. Мы сейчас хотим еще взять воду, но на кассу очередь. Мы решили покататься на такой лодке, стоит 80 евро. Впереди стоят ребята, они предложили взять лодку на четверых и поделить расходы. И у нас выйдет по 40 евро на пару. В общем, мы загрузились на гондолу. Светик, садись. Хорошо. Ой. So the cost is 100 euro together. We go the Grand Canal, the Small Canal, to see the house of Marco Polo, then we come back here. Okay. В общем, за четверых 100 евро он с нас попросил. Ну, получилось по 50 на пару. Ну, конечно, не бесплатно, но быть в Венеции и не покататься, это как-то неправильно. Тем более, сейчас уже не жарко. И включена подсветка в городе, фонари, очень красиво, я думаю, так даже романтично.
проезжаем под самым старым мостом Венеции. Ему 400 лет. Он хорошо сохранился. Что интересно, сейчас мы встретили на пирсе парня, он смотрит наши видео. И мы с ним уже однажды встречались в Таиланде, а сейчас встретились в Венеции. Так неожиданно, две встречи в разных уголках мира, и получается, не на родине. Вообще очень прикольно, а наш капитан рассказывает интересные истории на английском о каждом, ну, интересном месте, где жил Казанова, где какой дом, где какой мост. Говорит немного, но по делу. И сейчас такая магическая атмосфера. Классное развлечение, однозначно всем рекомендую попробовать. Запомните на всю жизнь однозначно. Не покатайтесь, будете жалеть. Время 9:30, уже стемнело. И мы тут, знаете, в полутьме катаемся. Прикольно, смотрим на красивые балконы, на окна, нам рассказывают, кто в каком доме родился. В общем, прогулка нам очень понравилась. Мы катались с ребятами из Польши. Они предложили покататься все вместе. Мы друг друга фотографировали, смеялись, немного пообщались. Было интересно и весело. Мне понравилось. Кстати, удобно, когда вы с кем-то, потому что вы можете их пофоткать, и они могут пофоткать вас вместе. Получается, у вас свой фотограф. Когда ты сам, ну, себя фоткаешь, это немного не то. Когда кто-то со стороны фоткает, получаются хорошие кадры. Саша, вот как ты думаешь, сколько дней нужно на Венецию? Я думаю, 2-3 дня. Да, потому что мы завтра уезжаем, но мы днем, может, еще погуляем, но все равно хочется здесь 2 ночи провести. Ну да. Мы снова зашли в магазин попить водички. И здесь, смотрите, хотим вам показать, водка Абсолют 12,79 стоит. Здесь продается российский салат 9,90, оливье. Обалдеть, вот это цены. Здесь, как всегда, очередь, много русских, отовсюду просто слышна русская речь. Такое ощущение, что находишься в русской Венеции. Очень красивый ресторанчик, он прям с видом на воду возле моста, и получается каждый столик на балконе с цветами. И вот только представьте, вы сидите со своей второй половинкой здесь вечером, пьете вино, едите вкуснейшую пасту, говорите о жизни, о любви, о прекрасном, и так хорошо. Здесь столько уголков, по которым можно гулять, наслаждаться видом. И здесь интересно не только днем, но и вечером. Красивая подсветка зданий. И посмотрите просто эти улочки. Так красиво, так романтично. Одно удовольствие здесь находиться. На этих узких улочках переплетается прошлое и настоящее. Мне нравится, что Венеция развивается. Здесь много современных магазинов. На витринах много современной одежды. Она развивается, но при этом сохранила себя. Конечно же, маски. Я заметила, что на улице они дешевле, чем вот в таких специализированных магазинах, а по качеству, как мне показалось, то же самое. Здесь очень красивые сувениры. И вот смотрите, как проработана каждая деталька. Это Галилео Галилей, Платон, Аристотель, Посейдон, сова, Медуза Горгона, Давид, Персей, Венера Милосская, рождение Венеры. Это вот скульптуру, которую мы видели во Флоренции, отрубленная голова Медузы Горгоны. Ну, в общем, очень красиво. За 100 евро, от 100 до 200 евро за такой сувенир. Здесь еще красивые шахматы с различными животными. Так что здесь реально можно много выбрать брендов сувениров, которые вы можете привезти себе домой. Знаете, есть люди кошатники и собачники, и вот есть шахматы. Одни за кошек играют, другие за собак. Смотри, Гектор и Ахиллес. Италия – страна сюрпризов. Идешь по тонким улочкам, слышишь
приятную мелодию, идешь на ее звук, и твоему взору открывается такое. Вы только посмотрите, какая красивая большая площадь. От нее мороз по коже. На набережную, и здесь художник рисует портреты за 10 минут. И это очень классные портреты. Вы только посмотрите, как четко. Набережная Венеции тоже очень красивая. Нравятся мне вот эти цветы в горшочках, на балконах, на окнах, вот так вот в ресторанах. И они настоящие, живые. Цены на набережной. Фанта 3,50, минеральная вода 3 евро, большое пиво 8 евро, капучино 4,50. Давайте еще по еде. Маргарита 10 евро, прошутто 10 евро. Но... чуть выше, чем обычно, и да, намного дороже, чем мы сегодня ели. Это вот именно туристические места. Здесь всегда будет дорого, ну, естественно, они берут за место, здесь, я думаю, дорогая аренда, поэтому и цены высокие. Так что, если сходите в таких местах посидеть, то будьте готовы переплатить. Прекрасный день в Венеции подходит к концу. Мы сейчас отправляемся в наш номер, будем отдыхать. Завтра долгая дорога. Мне здесь очень понравилось, однозначно задержалась бы на пару дней. И, я думаю, провела эти дни весело, интересно. Мне тоже здесь понравилось, и я жалею то, что на один день мы только здесь остановились, заранее запланировали так. У нас уже времени забронирован следующий номер, поэтому нам придется уезжать. Но я бы здесь остался дня на 2-3 точно. А у нас на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели это видео, были на канале Вечное Лето. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии, подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.